Продолжаем, с вами Казуку Фэмили. Мы продолжаем проходить паучка, и в прошлой серии была забагованная ящерица, которую валить надо определенным способом. Ну а мы, как говорится, в принципе продолжаем дальше. Поехали. Нужно отключить подачу электроэнергии. Окей. Сирена, сирена. Ну да, бесящая миссия. Так. Но! Тупой Спайдермон. Давай. Ага. Эта фигня даже не особо хорошо рушится, да? Нельзя взять больше картриджей. О, значит как, да? Так. Это сюда, что ли, ну? Или куда? Оф. Она была выключена, рили? Да блин. Кого ты целишься, спайдер хрен? Так, стоп. Вот еще, да? Так, сейчас проверим. А, и это выключено, понятно. Так. Да ё-моё. Где эта хренососина? Ты ещё? Где ещё? Туда, что ли? Да ё-моё. Давай. Подожди, куда? Куда, куда, куда? Туда, да? Угу. Окей. Да ё-моё. Да идите нахер, маленькие дебилы. Так, стоп. И всё? Ладно. Что здесь происходит? Надеюсь, компьютер не поврежден. Так, получилось. Так, посмотрим. О, черт, вот это да! Где можно взять камень такой величины? Вот это удача. Посмотрим. Ага, песочный человек боится воды. А это, наверное, водяной насос. Если увеличить давление, будет довольно интересно. Так, где-то... Так, ладно, понятно, песочный человек. Все достаточно. Да иди нам нафиг. Не помешаешь. В смысле? Все достаточно. Так, не понял. Так, ладно, ну... Я достаточно. Я на верном пути. Но... А куда вода-то литься будет? Отсюда? Или откуда? Ну давай, лейся.
Ах ты хрен, ну! Твоя маска будет среди давай. Моих трофеев! Давай, великолепно, с одного удара! Теперь надо снизить давление! Ага, во как! Готовься к боли! Да зарою! Да кого ты там зароешь, дебил? Так, стоп. Где еще рычаг? Ага. Ну, да. Прочь с дороги! Так, ну. Да нафиг пошел, урод! Тебе почти сочувствую, парень! О, блядь, куда ты? Так, отлично. В смысле ты мне сочувствуешь, придурок? Мне достаточно. Так. Тебе почти сочувствую, парень. Да пошел ты в жопу. Мне достаточно. В смысле? Не понял. Мне достаточно. Кого достаточно? Блять. То есть воды больше нету, да? Да блять. Эти что за бочки вообще? Блять, ну куда ты? Ну, прочь с дороги! Да в смысле? Готовься к боли! К боли. Тебе почти сочувствую, парень! Да зарою! А, тебя говоришь так лишнее. Вода просто закончилась. Кажется, охрана идет к лаборатории. Пора сматываться. А? Замечательно. Будем надеяться, что Электро не умеет читать. Хотя все равно ему об этом ничего не известно. Надо поторопиться в музей. А как же доктор? Электро заставит ее запустить прибор в работу. Вот черт. Ей угрожает опасность. Ну что ж. Будем надеяться, что это... Посиди-ка здесь, пока не прибудет подмога. Судя по всему, эта женщина и есть Электро. Так, понятно. Походу будет музей, потому что Электро охотится за камнем. Девку похитили. Вот, все. Ну, короче, все понятно. Где ты, Электро? Не торопись, паук. В этот раз останется только один из нас. Электро, не слишком-то зарывайся. Ты ничего не понимаешь. Эта энергия даст мне огромную власть. Человек-паук, помоги мне! Эй, как... Вот и музей. Так, настал час последнего поединка Человека-паука с Электром. Это будет грандиозная схватка. Но если наш герой не поторопится, у него будут большие проблемы. Так, а кого-то валить-то, а? Я и забыл, что тут делать. Разрушить дофига этих, что ли? Оу, этой частью можно воспользоваться, если самурай не будет мешать. Так, не понял. Так, стоп. Не совсем понятно, что нам нужно делать, ну да ладно. Так. Понятно. Из комнаты исходит... Он спрятался. Что? В смысле? Надо отключить этот генератор. Так, подожди. Пришла. Как выключить это? Не хочу, чтобы меня побили. Ага.
Так, переключателей пока никаких нету, это понятно. Так, надо обнаружить источник питания и сматываться отсюда. Так, надо подумать, да. Ого. Как лагануло-то, да? Чё за... я понял. Короче, надо брать части этих придурков и уничтожать, походу... Училась. Буду искать другие части. Вот она как. Все, логика включена. Ну, не только, конечно, логика, но... Так, стоп. Чувак. Иди сюда. В смысле, блядь? Давай. Как говорится, не промахнемся, да? Так, и последняя, да, часть? Так, стоп, а где последняя часть? Не понял. Там, что ли? Нужны руки и электрические мечи. Это нечестно. Специально для вас. Ага. Вот они, две части, да? Тара-та-та-та-та. Да, кстати, скоро уже конец, поэтому скоро финальная часть. Чёрт, вот это да. Надо побыстрее отыскать Электро и освободить доктора Ватс. У Человека-паука ничего... Понятно. О, коничева, Спайдер-сан. Прикольно. Прикольно уровень назвали, чего Спайдер-сан. Да, нам не поможет, что Электро пришел отсюда. Черт, мне надо попасть на вершину экспоната, а Электро не пускает меня. Да, что не уровень, то геморрой. Так. Дети, внимание, телевидение наносит вред мозгам. Это да, кольца молнии. Не понял. Так, подожди. Ага. Так, ну я в принципе понял. Тут в принципе логику надо использовать. И не только логику. Еще сложнее каскад молний. Угу. Блять. Зря я туда пошел. В какой-то степени, да. Что ты обнаружил? Да пошел ты. Так. Оу. Хотелось бы с тобой поразвлекаться, паук. Да пошел ты. Развлекаться с девочками. С девочками будешь, придурок. Оу. Оу. Что-то обнаружил. Нормально, нормально. Жить можно. Это тебя поджарит. Окей. Твою мать.
Да твою мать, так нечестно, придурок хуесосный. Да блять, куда ты? Логика, блять. Ух ты, мать! Это реально какой-то пиздец. Вот куда он, блядь, летит, я не пойму, этот дебил нахер, а? Да тебя поджарит! Да пошёл ты в жопу! Да пиздец, блядь! Какого хрена? Пиздец! Да ебать, куда па... Вот куда... Я не пойму, куда паутина летит! Да тебя поджарит! Тихо-т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 их
Куда ты летишь, блядь, заебал? Да тебя поджарит. Да-да. Хуесос. Так-т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 ак, сюда. Что-то обнаружил. Да-да-да. Окей. Блядь. Сдавайся, Спайдермен! Теперь я владею ситуацией! Да пошел ты нахуй, жопой ты владеешь, блядь. Ситуацию он владеет. Дети, внимание! Телевидение наносит вред мозгам. Да-да-да-да. Леди и джентльмены, наше путешествие по эре человека закончено. Следующим будет экспонат избиения Электрика избиения, что ли, да? Бывает. Электро, сдавайся! Ты не взял заложника, и у тебя нет камня! Чё, бля? Электро силён и без камня, нужно поскорее с ним что-то сделать! Ага. Ты ничтожество по сравнению со мной! Так, я не пойму... Нет, Электро может всё против меня использовать! Ну да... Это же обычная шутка! Да, блядь. Убежишь. Берегись. Это же обычная шутка. Блядь. Вот схуяли убежишь. Ты. Схуяли ты куда-то прыгаешь, Мерь а? Это. Да пошел хрен в жопу ты. Да, блядь. Почему именно повыше надо забираться? Ты мне не противник! Ничего не пойму, блядь. Ну и шуточки! Ага, конечно. Эль, герой, тебе не победить! Ага. А дальше чё? Ну и шуточки! А, вот и лазеры, здорово получилось. Генераторы подействовали на Электро. Я сотру тебя в порошок. Эль, герой, тебе не победить. Блять. Лазеры, хреназеры, да. Мерь ты... это! Да ты крутой. Берегись. Блин, что за тупое управление? Мерь это! Блять, я хочу стрельнуть, он идет, блять, вперед, долбоёб. Ты мне не противник! Придурок нахуй. Блять. Ты ничтожишь. Да направо пойди, дебил. Со мной. Пиздец.
Вот из-за тупого управления... Герой, тебе не победить! Все портится. Там будет, по-моему, два этапа финала, поэтому... Поэтому это еще не конец. Надо спрятать его в надежном месте. Отдай мне камень, Человек-паук. Отдай мне камень, или она умрет. Предлагаю обмен. Ты мне камень, я тебе доктора. Я стану всемогущим еще раньше, чем она добежит до тебя. Я так не думаю, Электро. Шах и мат. А? Воу! Ты живой? По-моему, в меня попала молния. Где Электро? Он ушел, но куда не знаю. Кажется, я знаю. Не слишком ли ты высоко метишь? Я иду, Электро. Сегодня тебе конец. Сегодня ночью Электро станет всемогущ, как бог! Ну да, всемогущ. Разгоняет куча туч. Электро. Так. Я вот не помню, что надо делать. А, вот как. Готовься к смерти! Конечно. Готовлюсь уже. Придурок. Ну ты будешь стрелять в эту хуёвину или нет, дебил? Но... Да, блядь, попади ты в эту хуёвину. Сах молнии! Дебил. Там. Давай, попади ты в эту хуёвину, ну. Готовься к смерти! Что он планирует? Ну и дела! Надо скорее вывести башню из строя. Башню? Обойди шахты, к которым подключено электропитание. Блять. То направо лети, заебал. Электро станет всемогущ, если мы с ним не покончим. Да ёб твою мать, я понимаю, блядь. Из строя все передатчики. Да. Окей. И не будешь ты... заряжаться, хренасос. Всё? Пытайся перезарядить сейчас. Что перезарядить сейчас, не пойму. Так, не понял. Нам сюда не надо, что ли, или как? Ага. Походу нам сюда не надо, да?
Так, ладно. Так, он вроде бы зарядиться уже не сможет, да? Так, ладно. Так, а что тогда надо делать? Вопрос. Куда? А, вот все, нашел это место. Туда, да, прыгать, походу? Ну, давай, 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 ну. Организуем последний бой! Как надо! Организовывай, ну. Ну, попадай. Ну. Ну. Попадай, дебил. Готовься к смерти! Хренасос. Давай. Попадай, ну. Айдермен, пришло время. Чтобы заряжаться от разбитой вышки, Электро. В смысле? Так, что-то я ничего не пойму. Он разрушает эту хреновину. Допустим, разрушать. Это что, типа, сколько раз его надо уничтожить? Можно в этом разобраться. Что ты сделал со мной? Ну... Я с тобой еще ничего не сделал, дебил. О-о-о, это плохо, это плохо, это плохо. Ну давай. Все. А, добро всегда сильнее зла. Лол. Что все это значит? Тут мне, пожалуй, никто не поможет. Фулл Хаус. Тузы против королей. Сыграем еще разок. Мне никогда не везло в игре в покер. Господи, я был так близок. Если бы не этот проклятый Человек-паук, я бы уже достиг статуса самого бога. Ну-ка, заткнись. Давай лучше сдавай карты. Можно сыграть в другую игру. Как насчет преферанса? Надо спрятать его в надежном месте. Опять ролики повторялись. Ролики повторялись. А, это типа... Мэрит, это мутант. Теперь все ясно. Берете людей X. Кому-то разобраться с бандитами. Актеры, кто озвучивал, походу. Я знаю его. Это Спайдер, пустышка. Держу пари, что я пройду здесь в последний раз. Понятно. Да, мы направляем. Чувачок. За это платите своими деньгами. Оху, еще и окошки. Юмор. Ты, да она опасна. Лол. Остановись, Карл. За неделю третий раз. Да, у разработчиков юмор. Я уже схожу с ума. Лол. Снова все в порядке? Да.
Да, очень хорошая структура и Это на тебе, Брэд. Возможно, это еще не все, надо поискать. Это умиляет, Джим, умиляет. Паутине нужно пространство. Странно, что звук пропал. А вот, получается, дорогие друзья, мы прошли вторую часть Паука. Сюжет заключался в том, что Электро пытался захватить мир. С помощью этого камня он похитил девушку, ему в этом помогал Твердолоб. Ящерица против нас была, бандиты. Были интересные миссии с поездом. С этим самолетом. То есть боссы были интересные. Там Шокер, Твердолоб, Ящерица. Да, были бесячие вот эти головоломки, как поднимание вверх. Ну, под конец это было проще, а вот где были лазеры, пушки, это бесило. И вот это то, что еще в лаборатории хреначило электричеством, надо было включать рычажки. Это пипец как сложно. Это хорошо, что на эмуляторе есть сохранение и загрузка в любой момент. Так что вот получается как-то так. Вот, я надеюсь, вам понравилась вторая часть. Да, ролики повторялись, но я их... Извините, я их отключал. Вот. Поэтому на PS уже... нету нормальных спайдерменов, то есть это вот этот получается был и прошлый спайдермен, две части спайдермена именно на PS1. На PS2 тоже есть спайдермен, но там он не так уже интересен, как вот этот спайдермен, потому что этот сделан, ну, близко по комиксам, а вот в на PS2 будет уже сделан по фильму. То есть, да, интересно, но там уже знаешь сюжет, и не все так разнообразно, как вот в этом Спайдермене, хоть он и короткий, конечно. Вот. Сейчас я посмотрю, можно ли этот ролик пропустить. Так, что у нас тут еще интересненькое? Так, ну у нас тут костюмы, потом титры, уровень, это не то, персонажи. Спитанные добрые герои наши, бандиты ждут денег. Задача этого преступника. Герман вот Скул изобрел в тюрьме Шокер. Именно им он пользуется при совершении преступлений. Ха. Ну да, получается. И он тут. Отличные солдаты. Великолепны в бою и здорово. Осторожней, Спайди. Охранники служат Хаммерхеду. Да, забавно, забавно. Так. Зверь. Доктор Маккой спасает... Движимый мечтой о мирном сосуществовании человека и мутантов, профессор Карл Экзивер создал Человека X. Не только женщины, но и мужчины нуждаются в защите в этом жестоком мире. Он получает энергию при физическом контакте. Он по праву признан супергероем. Ученый и красавица, доктор Вотс. Она создала прибор Бионексус с помощью этой экспертизы.
Прошло немало времени, и теперь Электро раздобыл меч Молниеносец. Ну да, интересные эти. Так, это все ролики, которые мы посмотрели. Эпилог, восхождение. Ну да. Так, сейчас посмотрим комиксы. О, Веном. Так, а это... Много вселенной Паука. Против Ш... Так, это комиксы, да, были? Так, ну заголовки это, по-моему... Так и думал, что газеты, да? Ага, ангар. О, вот прикольно. Шо... Хаммер. Ящерица. Песочный человек. Электро. Так, стоп. Они повторяют, царили? Ладно. Ага, вот. О, разные рисовки. Ну это прям реально комикса. Я бы сказал. Ну да, прикольно. Ого. Ну да, эти прям повторяются, я смотрю, да? Ну что, ребят, с вами был канал Казуку Фэмили. Спасибо, что смотрели. Всем до новых встреч, до новых интересных игрушек. Я стараюсь. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Ребята, всем до новых встреч. Всем удачи. Всем пока.